Все детские площадки в Ленинском городском округе огорожены специальными предупреждающими лентами. Однако их наличие не мешает родителям проводить здесь время с детьми. Они их просто срывают. Поэтому сотрудникам Дорсервис приходится ежедневно натягивать новые ленты. Если бы я, конечно, жила бы в своем частном доме, естественно, я бы никуда не выходила в людное место. Так как мы живем в квартире еще и на последних этажах, там душно, жарко, невозможно, то нам приходится выходить хоть на чуть-чуть. Пора открывать дни, где гулять с детьми, потому что на улице жарко, дома сидеть невозможно. Где ходить? В лес нельзя, клещи. Так будет здесь дети гуляют, здесь и прохладно, и хорошо. Посещение закрытых детских площадок грозит штрафом, но сотрудники Госсанэпиднадзора относятся к нарушителям с пониманием, входят в положение родителей и просто информируют их о распоряжении губернатора, выезжают в рейды, чтобы проводить объяснительные беседы, заодно проверяют состояние детских площадок, ведь придет время, и они заработают. За каждой площадкой в городе не углядишь. Слава богу, что у нас их очень много, и они в хорошем состоянии, и все новые. И за этим администрация и Дорсервис следят. И следим мы, как Госсанэпиднадзор. Да, ну я так понимаю, что не будут, да, там как-то штрафовать людей. Нерадивых, которые сильно пьянствуют на детских площадках. Они с детьми гуляют. Тех, конечно, мы штрафуем. А некоторые городские детские площадки и вовсе ничем не огорожены. Как, например, это возле детского сада «Золотой ключик». Понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но что, если люди не мониторят обстановку и просто не в курсе, можно здесь гулять с детьми или нельзя? Вы знаете, что пока в Московской области нельзя гулять на детских площадках? Я думал, что отменили уже. Вы вообще ратуете за то, чтобы детские площадки официально разрешили посещать? Очень даже. Надо. Давно уже пора. Как бы то ни было, изоляцию в Московской области продлили до 23 июня. Что будет дальше, непонятно. Но до этого времени официально посещать детские площадки все-таки запрещено. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.